Сегодня в Курске на 2 года осудили врачей, по вине которых умерла беременная женщина. В марте этого года 25-летняя Ирина Стрелкова вызвала скорую помощь, жалуясь на высокую температуру. Ее привезли в инфекционную больницу. Потом, когда начались боли в животе, повезли в роддом. Потом еще в одну клинику для консультации. Потом обратно в инфекционную. При этом никакой помощи ей не оказывали. Экскурсия по городу продолжалась около 5 часов. В результате у женщины отказала легкая, ни мать, ни ребенка спасти не удалось.